Мы долго ждали 20-е обновление в Blox.ru, и вот оно вышло. Нам добавили много нового контента, но помимо этого было очень много вещей, которые обещали, но не добавили в игру. Поэтому сегодня мы стримим сникпики и саму обнову в Blox.ru. Ну а перед началом небольшая реклама. Стой, у тебя много фруктов и ты хочешь их продать? Или наоборот, хочешь купить фрукты себе в инвентарь? Тогда тебе на Roblace, ведь это лучший маркетплейс Roblox товаров в Telegram. Здесь вы сможете продать любые товары по Blox.ru, от прокачки аккаунтов до фруктов. Если ты устал от скамеров, то Roblace для тебя, ведь на Roblace все быстро, безопасно и просто. Поскольку все сделки защищены системой подтверждения оплаты, то есть продавец получит деньги только после выдачи товара. Переходи, ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Итак, ребята, как вы поняли, в этом ролике я буду сравнивать сникпики и то, что нам реально добавили в обнову 20. Таким образом, мы сможем понять, что еще нам предстоит получить в будущих обновлениях. Потому что, как я понял, они будут заливать обновления каждую неделю, ну, по крайней мере, они так обещали. И в этом ролике мы сможем узнать, что же они будут нам выкладывать. Итак, мы зашли в Твиттер, и мы будем начинать буквально с самого начала. Потому что даже эти вещи, которые они показывали нам с самого начала, они не добавили. Мы смотрим вот эти вот скриншоты. Посмотрите сюда, это полностью обновленная фабрика. Это новая фабрика, которые нам обещали обновить. Помимо фабрики, также было еще куча новых локаций, но все эти локации мы так и не получили в обнове 20. Просто посмотрите сюда. Офигенное количество локаций, но мы так и не получили их обновление. Даже вот эту локацию, которую показывали еще на 19 или 18 обновление, которое было в новом году прошлого еще года, мы так и не получили. Как вы понимаете, все эти вещи, которые нам до сих пор не добавили игру, лично, по моему мнению, скорее всего, будут добавлять в будущих обновлениях. Потому что явно не будут просто так пропадать, ведь эти скрины уже готовы, значит, все эти локации уже у них есть в Roblox Studio, и они буквально готовы их загружать. Также следующее, что нам обещали сделать, это вот этот вот скриншот. Посмотрите сюда, на нем мы видели кучу новых мечей, то есть модельки новые мечей. При этом, если сейчас мы зайдем в игру и посмотрим на модельку того же Dragon Trident, мы увидим совершенно старую модельку, которую вообще не поменяли, и то есть реворка моделей у нас вообще не было. Поэтому я думаю, что также вот эти вот все мечи, возможно, у нас добавят в будущих обновлениях, которые будут выходить у нас примерно каждую неделю, как обещали разработчики. Следующая картинка, это Social. Как видите, мы должны были получить какое-то новое совсем обновление с новой гуишкой, в которой мы могли бы смотреть полную информацию про игрока, какую-то информацию про его клан, также ранги в кланах. Посмотрите сюда. Также, как я понимаю, должно было быть обновление кланов, то есть обновление пиратских кревов. Потому что здесь был какой-то ранг админ. Сейчас рангов, как вы понимаете, вообще нету. А также здесь у этой команды есть какой-то капитан. Капитана тоже, как я понимаю, сейчас не существует в игре. Поэтому, как я понимаю, у нас должны были бы добавить вот такую вот менюшку social. А также, помимо этого, должны были добавить обновление кланов. Но пока что этого всего мы в игре вообще не видим. То есть ничего из этого пока что в игре не присутствует. Ни кланы не обновили, ни какие-то новые менюшки не добавили. Поэтому я думаю, что скорее всего это все будет добавлено в следующих обновлениях. Ну и также вот эта локация, как я понимаю, то реворк кафе. Очевидно, что его не поменяли, потому что сейчас кафе абсолютно так же выглядит, как оно было до этого. Ничего не поменялось. Ну и, как я понимаю, скорее всего они выпустят целое обновление, в котором они добавят только новые локации. Потому что этих локаций, ну, очень много, и они до сих пор не выпустили ни одну из них. После этого идет тот самый фрукт, вокруг которого, наверное, был самый большой хайп за всю историю Blox.ru, если мы берем именно обновление 20. Это Китсуне. Вот этот скриншот нам скидывали еще 13 марта, и каждый из игроков думал о том, что в этом обновлении нам добавят новый фрукт Китсуне, потому что здесь нам обещали кучу всего. Доу Эвейкинг, Леопард. Этот фрукт будет даже лучше, чем они. Но при этом пока что мы ничего подобного в игре не видели. Возможно, единственное, что может быть похоже, это Шарк Энкор, но при этом это явно не фрукт, поэтому это точно не он. Я думаю, что в каком-то из обновлений они 100% должны добавить Китсуне, потому что все-таки это довольно-таки крутой фрукт, который ждало очень большое количество игроков. Ну или даже если это будет не Китсуне, то все равно они будут должны добавить какой-то другой новый фрукт, потому что они точно сказали, что будет новый фрукт, но какой, непонятно. Возможно, это будет даже не Китсуне. Также нам обещали несколько очень крутых реворков, которые мы так и не получили. Я думаю, что каждый из вас про них помнит. Это реворк Дракона и Контроля, о котором написали еще очень давно, и каждый из игроков ждал реворк этих фруктов. Мы все сохраняли их для обновы, мы все собирали их. Цена этих фруктов возросла в несколько раз просто из-за одного сообщения разработчика. Но при этом, если мы зайдем прямо сейчас в Blox.ru, возьмем дракона, мы увидим, что его вообще не поменяли. Никакого реворка не произошло, и это на самом деле очень печально, потому что практически каждый игрок Blox.ru, который следил за новостями обновы 20, ожидал то, что будет реально у нас реворк дракона. И я более чем уверен, что дракон у нас 100% реворкнут, так же как и контроль, но только это вопрос времени. Когда его реворкнут? Через неделю, через месяц, через два месяца
или может вообще к Новому году. Это, к сожалению, никому не известно. Также было еще несколько локаций, например, вот это, посмотрите сюда. Это локация Hot and Cold. Как я понимаю, они хотят сделать полный реворк второго мира. Хотят сделать все локации более насыщенными, крутыми и яркими. А также у нас до сих пор не ввели вот это новое меню. Посмотрите сюда, здесь у нас должны быть Future, Fruits, Currency, Boosters и Product. И как я понимаю, здесь у нас должна была появиться возможность покупать физические фрукты, то есть фрукты, которые мы можем держать в руке. Но при этом этого всего пока что не добавили, поэтому я думаю, что будет также отдельное обновление, связанное с полной переработкой гуишек, то есть полная переработка кнопок, различных менюшек и подобного. Все эти обновления, которые я перечислил перед этим, ожидают нас в Bloxfruits. Мы можем ждать их в ближайшее время, через неделю, может быть через две, может быть через месяц, но тем не менее они точно нас настигнут. Главное, чтобы нам не пришлось ждать как обновы 20 практически год. Ну да ладно, ребят, пишите в комментарии обязательно, что вы думаете по поводу того, когда же выйдут эти обновления, когда же они наконец-таки добавят все это в игру, то, что они нам обещали. А с вами Макс Винтер, пожалуйста, вступайте в мой телеграм-канал по ссылке в описании, потому что там куча разных новостей. Также подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, всем удачи и всем пока!